трансляций мы будем предлагать вам и вот такие обзоры европейского чемпионата. Ну а наша сборная, собственно, все это, все эти товарищеские матчи, все это делается для того, чтобы достойно выглядеть, достойно подойти к началу сентября. Матч со сборной Швейцарии. Но, внимание, наконец-то Панов не вне игры. Отдает Карпину, можно решать. И Карпин кладет мяч в левый нижний от Кейси Келлера угол. Вот все было сделано здорово. Вы увидите повтор. Уже в добавленное время получил Панов точную передачу, был не в положении вне игры. Два раза перед этим такие выходы ничем не заканчивались. Судья фиксировал офсайд. Сейчас все было четко. Мы видим последнюю фазу этой атаки. И просто выложил как на блюдечку Карпину. Ну а Карпин почти с 11 метров, метров с 12, просто расстрелял голкипера Келлера. А точнее расстрелял неправильный глагол здесь. Он бил не на силу, а на точность. Внутренней стороной стопы, щечкой 2-0. Два мяча наших полузащитников, Титова и Карпина, и мы достойно выигрываем у сборной Соединенных Штатов.